Самарская Лидия вот такая уже красотка. Очень сильно потемнело. На одном бутоне еще остался белый цвет. Я думаю, нужно сажать несколько кустов сразу, и тогда эффект от нее будет потрясающий. Magical Matterhorn. Много раз показывала, не устаю любоваться. Strawberry Blossom. Все краше и краше. Bloody Mary или Bonfire. Пока маленького роста, плохо сформировано. Кого я тут еще не снимала? Little Blossom. Вот как окрасился. Сантиметров 40 высотой ножка. Colorful Cocktail. Он на полном солнце уже потемнел. Очень красивый сорт. Вот так выглядит сейчас мохито. Он из лаймового перешел в такой розовато-бежевый. И великолепный Pink and Rose. Соцветие 30 сантиметров высотой. В этом году мой фаворит. Candlelight закончил цветением таким вот ярко-малиновым цветом. И совсем коричневой стала малютка Polystar, которая зацвела самая первая. Ангел Блаш вот так окрасилась сильно. Давно уже отцвела. Куст раскидистый. Очень нравится окрас диамантина при отцветании. Он имеет такой металлический блеск. И не сильно горят на солнце. На штампе смотрится великолепно. Great Star, конечно, уже отцвел полностью. Pinky Winky очень похож на Candlelight. У него чуть меньше стерильных цветов. Moonlight очень сильно горит на солнце. Я его посадила здесь в полутень, до обеда тень. Но, видимо, все равно ему жарко. Вот так сейчас выглядит Дегуда. Или жемчужина осени. Да, в этом году появился на обратной стороне цветочков розоватый оттенок. У меня нет большого куста ванилы. Есть несколько растений, которые я буду готовить на штамбе. Одно соцветие на нем. И вот такой характерный для ванилы окрас и поникающая форма. Непревзойденный сорт, по-моему. В этом году все не так, как раньше. Magic Malblan должен быть белый, а вот так порозовел. Невероятная шапка у фантома. Она может соперничать с лаймлайтом. Тоже около 40 сантиметров. Посмотрите, какая красота. Это Dentelle de Garonne. Он пока маленький и ветки свои не держит совсем. Но такое кружево воздушное. Показал себя Little Love. Куст крепенький, небольшой, но не очень хорошо сформирован. Поэтому ветки лежат. Но если переформировать, будет красавцем. Наконец-то дождалась цветения у Little Passion. Вот такой цветочек. Долго что-то я его выводила на цветение. Вот такие цветочки у Панфлоры. Вот так вот окрашивается. Silver Dollar не расцвел. Milk and Honey. Молоко и мед. Тоже только на бутонах. Панорама не торопится.
Пинк Шаде я так и не увижу в этом году. И Петит Лантерн тоже только на следующий год. Красу Лескова также не увижу, жалко. И Стар Роуз не хочет цвести. Еще много малышей не зацвело. Но мы подождем их. Разбери Пинк. Высокий сорт, я думаю, будет. Но я, наверное, упустила полив, и он как-то быстро покоричневел. А вот какой салатовенький. У нас Саммер Бриз. Всего два соцветия. Новиночка. Невысокий.